Мосса тут? Да. Тут. В рейд. Ну-ка, место кого? Ну, по ПР забираешь ты Tranquility, так или так. Потому что все четверо нажали на off. Манете, я готов. Да. Кость, ТПшься, поставь шкаф, пожалуйста. Ресен, раздавай. А что, ему надо ходить, что ли? Чё? Кто уходит-то? Попросил Хан заменить его. Он отойдет на 20 минут. Тыкаем. Бой то дал? Блять, да не отдается что-то. Опять бой. Потому что баки сагрили. Раньше времени не надо агрить, пожалуйста. А, я думал, вы пью убили сразу. Не-не-не, одну. Быстрее по вальке играем. Тут трэш пиздец в этой обычке, это меня бесит нахуй. КП много, да? Да не то что много, он мощнее нахуй, чем в деле. Это, блядь, как в каре в обычке, блядь. Трэш мощнее, угу, чем, блядь, в этом, нахуй, в гере. Ну, я помню, вообще вайпались там. Все, без боя. Тут мост. Ага, все вижу. А чё, он на офф за 800 кп идёт? Слышь, Вайт? Не знаю. Там или. Ну, на офф, я думаю, идёт за второй. Тебе дался ДС? Да. Если лот раздали, групп ставьте, чтобы потом боешки не вытягивать. По очереди. Можно сразу выкупить будет, то есть танковский. Колесо упадет. А что, упал? Мо... А, не упал. Ну если упадет, просто будет. Можно. Вопрос. Крутое кольцо, я на ДК одел. Смотрите, ребят, у нас один напульщик. Не люблю, когда АТК танчит. В ДК не придумал, блядь, никого не отрешит. Ну это да. ДК придумывали, чтобы брать 3200, блядь, рейта нахуй. Соло. Не на сервисе, блядь.
Точнее, на сервисах, блядь. На других сайтах. Этих, блядь. В сайтах. В сайтах, да, пиратки. На других порносайтах. А, видели этот, блядь? Порно-волка. Да. Я не видел. Это насколько надо любить Вову, чтобы еще и на него фапать, да? Нет, там кто-то сделал для целый нахуй. Летаем, давайте, танки. Ни хуйня, танков капельца, кто там заказывал? Я заказывал Джурада. Разбой. Че, я ралли, ну сколько она стоит сейчас? По прелести играем. Блять, желательно всем бы под босса встать, ёпта, чтоб гнев отдавать нормально. Оешим. Заберу ленточку, если упадет за ГП. Мобы появились, а уешим, ребят. Не тормозим. За 5к заберешь? Нет. А за 6? А, я подумаю. Ресы. Хуй вам, мне 6к, блядь. Не надо снимать. Ты шо, ты шо? Там боешки падают. Про что? Про ловушки. Шейпера прохил? Угу. По прелести играем, оперативней. Мелкого заберите танки, блядь. Мистер Дайбаттер, приз гимн на хп. Шансун гимн на хп, спай. Да, на переменочку? Нет, хила нет. Надо петь было после стрима. Не так не захилить. Мистер Дайбаттер, гимн на хп. Со свою фигню пой хиловскую. Я плохо пою. Сейчас спою. Мы от средства юзали. Там Хан спрашивает, на кухню можешь зайти? Ну это по ФКш или хилы, скорее всего. Да нет. Ну а что нет? Это просто вайп на вонючке.
Они все были по ХПС нормально. А кто-нибудь квест будет делать? Я предлагаю сказать... Покров и Шредер. А у кого собака воет? Баффер раздали. В одном селе жил когда-то пёс. Там Хан спрашивает у Натуху, можешь зайти за поезд? Ловим. А он его заберет? Ну а он вообще нужен кому-то? Не, Навара. Конечно, нет. Ну если не нужен никому, я могу. Тут куда? Алло, Рейд. Куда вы пошли? Ну, поведу. Давайте ловим. А что, слева открыли уже? Да. Налево идем, не похоже. Нет. Я распыл нажимаю. Ну, надо вот просто подумать и решить, надо ли это оговаривать вообще, или забить на это хер. Я думаю, надо для профилактики хотя бы 20 ГП дать тем, кто не дает зелень в гирейде. По сотке я бы въебал прям легко. Хороший. Сейчас зайду в игру, вареники вводят, слышишь? Ходите в моем рейде, у меня можно не зеленки. Так, кто место уступит Ханту на Туху? Я могу. Тыкнушка. Кто? Костя. Алло. Лилуш. Ну давай, шкаф так поставь. Уже. Дали мотивейт. ТП-шься, тебя за самолет после этого. Алиса, тебе эту лопатку на днюху подарили? Не, я купила. Это для песочницы, да? Мне нихуя вообще не подарили. Охуели, блядь. Не пизди нахуй, окей? Ты мне ничего не под... А, рыба да. Поставлена. Мастер, набор стикеров в ВК прислал. Он мне косарь голды подарил. 333 епа, Чё ждём? Хилы под боссом. Чек на готовность. Начинает Алиса. Всякая чек на готовность. Нет бафа от еды. Мосс, анкил, вот шейпер, от хиляка. Кто-то сидит на рыбе, я не могу тыкать. Элемент про. Да, а. Не я. Отчет на пол. Хилы под боссом, не забываем. Геру. Геру. Войт, на себя лутер забери.
споры. Моса, выноси. Рынжу набрали. Что-то тут фиксили или нет, ну? Нерфили на хуваров, блядь. Споры. Собрал 100%, блядь, АРП стали меньше нахуй этого. ДПС нахуй. Споры. Рэнджу набираем. Споры. Хуёво набрали рейндж, если 4 человека заблёваны. Споры. Больше со спорами не сбегаемся. А чё так долго били, на? Почти полминуты до берса осталось. Разруливай. Хант обратно на замену. Пиздец там, 6800, 7300. Ну, я 7400. Я и не ДПС. Анкаша это хил. Да, я как бы и не указывал, поэтому спек. Да, я понимаю, даже если на то пошло. Бузер 8400. Чё, блядь? Чё? Надо кровь поролить. Кидайте ролл на кровь. На две сразу крови. Кому-то кровь нужна в рейде? Да. Анкил. Угу.
Значит, анкил давай. Джурада, зачем ты эти шмотки забираешь за ГПН? Блин, я нечаянно тыкнул просто. Ну, Мидвей отдай. Я грид хотел нажать. Мидвей отдай обменом. И ГП с него сними. Так, блин. Дал? Угу, все, отлично. Так, давай, добегай. Стрэндж был здесь на слизняках или нет? Я пока не могу использовать эту способность. Отлично, на слизняках. Кость, ты подошел? Угу, подлетайте, ждем. Че, может, перекурим и пару минут? Нет. Перед профом или нет? Он выиграл, его порол. Ну, точнее, не порол, а... Ну да, они там и ролили, и приоритетом. Тайнамака, ты чё, винту убитый, что ли, блин? Чего? Ты да, чё, винту убитый? Я винте, да. Что, если с КПД нету толк? Скажем так, КПД по мне больше в винте. Когда тестил? На манекене тестил? Угу. Ну, манекен такое дело. Ну, потому что нет рейдового восполнения, и он садится по мане очень быстро. Это в аркане? Ага. Делай фроста. Я уже об этом твоего фроста, блядь. Слышь, фрост, слышь, не поржать. Хрена, нормальный фрост. Фрост дома. Где все, блядь, Алена? Чё ждём, на? Мне вот интересно, во что фроста бить? В хасту? Хаст, хаст, СПД. Хаст, СПД, крит. А почему не фаер? Крит, ну, фаер в топе крит, ПДП будет идет. По-любому. Так что? На фаер у меня крита мало. Так, Кость, на тебе баф есть? Какие-то? Да, да, есть. Все, ключик на готовность. Ребят, в чем проблема? Что-то эти я вам выдавал, эти фласки пьем. Нахуй, иначе, блядь, фласок больше выдавать не буду. Все готовы, отчет на пол. У меня кончился фласка. Моя. Такая же тема. Не помню, там моя личная была. А потом, наверное, сопрату надо. Ну, мне что-нибудь задонил, но... Он себе хочет осколок Джайми задонить. Хуешь ты, донь мне. Алло, агро! Холипал, ясно. А что такое случилось, Алиса, с твоим игром? Джурада. Не знаю. Дай БР по турбойс. Сразу не вставай. Ты со властью? Нормально. Бахами турбойс. Можешь колбу задонить, а можешь жайны задонить, криничку, будет заебись. Да, колбу мне задонил.
Там кто-то бесплатный донатор остаёт. Дайте сальву по локу. Блять, когда я холипал, дай его сыграю сальву. 300к. Добрите в клуб, пожалуйста. Холипал, дай по локу сальву. Ты что, раскол уже изол? Что-то какой-то обмен хреновый, Джованни. Хан, погоди немножко, сейчас возьму. Под конец умер. Чисто десяточку. А сейчас будет а перерыв? Бузер еще не был 25, вот бычка что ли? Ну сейчас перерыв или после профа? Во время профа, давайте, давай. Да бля, я перца хочу исправить, у меня такой это рейли сангр. Во время, типа третья фаза, и ты да. Перекур ставишь. Че, найс, да. Че, будет перерыв или нет? А зайдем к профу туда в середину, и будет перекур как раз, обычно так ставят. Кому специально игнорит нахуй. Чего? Перекур будет, нет. Перекур будет перед профом. Прекрасно. Да, мне кажется, это какая-то хуйня, блядь, с сервером случилась, блядь. У меня при фул проках, нахуй, нормальных, блядь. 18к с бурста, блядь. Потому что когда-то было 24. Тут, походу, что-то правили, нахуй. Да как сломали просто. Ебаные ты 4 понерфили, блядь. Лексус, чуть позже, пожалуйста. Лил Нотиум. Давай, Алис. Агри. Эх, шейпер, шею бы мне, блядь, и этот на. Чешку, блядь. А мне бы комп не лагающий. Сколько у тебя FPS? Ты поехал на заработки, блядь. Чё тебе, компьютер не купить? 10. 10 компьютеров купишь? Ну молодец, нах. Один можешь мне. Один мне тоже. Пиздатый. И мне ещё один. Уже работаешь на гильдию, нахуй. Всё нормально. Гильдейский раб, на. Как вот, плавки как вам нахуй? Сильно? Чего? 18, блядь. У меня выше 20 FPS не поднимается, блядь. Ну ничего. Выше нормально. Сколько? Выше 20, блядь. А настройка во время боя, да? Вот, стоять, да. Стоять. Сзади. Сзади моб. У меня 14, 13, а ты говоришь, у тебя комп лагает, нахуй. Вот, блядь, еру дают, виснет, нахуй, на. Секунд 10. Заходим. Ребята, вместе. У вас тени выключены, потому что здесь быстрее. Тени бахнут. Элемент про. В чем проблема? Че стоим? Прохиливайся. С
сколько, 5 минут будет, да? Можно я пока попробую квест сделать в Нексус? Там долго, не? Кирилл, успеешь сразу ты убить. Свои квесты сделать. Ну ладно. Тебе так и так еще долго два костря душ фармить. Так вот, я и хотел уже начать их фармить. Там нет, еще больше квестов есть. Там цепочка квестов. Там не только то, что ты в этот зайдешь. Там тебе примерно где-то на час квестов. Можно делать. Со мной сейчас пройдет один желающий, я хочу кое-что проверить. Чего ты на мобах, что ли? Да. Я, кажется, поняла, в чем проблема. У тебя что, макросы другие, что ли? Нет. Ты не забывай, что у нас постоянно было то два, то три ханта и рога, ёпты мать. Дело не в этом. Сейчас били того моба, и я кое-что заметила. Потому что мне просто... Тут проблема не в том, что сколько напула, сколько не напула. С ДК не должны срывать агром, блядь. Даже без напула. Если все правильно делать. Так, перекур вставлю. Пять минут у вас есть. Кто там ловушку активировал? Ёб его идти.
Медвей. Так, перекур закончился, чек на ФК. Дай черепа ФДК, пожалуйста, тут умирал. Тут сапрот пить или можно все вок? Никаких сапротов, не, блядь. Не надо никаких сапротов. Рыба поставлена. Я вообще перестал мечтать даже о том, что дрюлька когда-то упадет на. Вот, а сколько у тебя крыта? Еще раз чек не дополнил. Так, секунду, ко мне как пришел. Чего? Тема, сейчас у тебя колбу уведут. Чё? У тебя сейчас колбу уберут. Ебать, у тебя бездарный на ход расмут, нахуй, это думаю, блядь. Кого? У тебя, блядь. А я не трансмутил больше. Такс. Готов. Соответственно, квест делает шреддер. Далее. Бьем под зеленой колбы. Надеюсь, все тактику знают у меня. Дальше. Чек на готовность. Все готовы, отчет на пункт. Агро, блять! Полипал на турбой со сальву. Чё, а сука, за хуйня заказ сделали? Не знаю, может что-то поправили. Ну куда ему лужу режут, то теперь еще чё-то, ебало, блять. Ближе подводи к зеленому. Блять, я проценты. По зеленому играем. Ложимся. Диван. Здесь пойти чушку. Чушку где спал? А, никому уже, блин. Дракмай, это кто? Замедлять первого зеленого уже не модно.
Эрдруби, кидаете ходы по чушке? Да. У меня не всегда висят, например. И это я видел, крючок тоже висят, да. Нет, не надо. Да ну, я даже не в Т4 сорвал агро, блядь. Это какой-то пиздец сделали, ну. Первый зеленый побежал на цель очень на большой скорости. Первого не заметил. Не кинул. Если он на такой скорости пошел, значит ты не кинул плевок шредер. Значит, ты в босса плюнул нечаянно. Бывает такая хуйня. Чё там? Может, добежишь, может, срез дашь? Я могу встать. Не надо. Да, не спаси... Так, как ты... Ну, спасение, шип-клик. Кошаки бегут, короче, рисась. Так, подумать. Блин, кого нету фласок, обмен здесь где быстрее. Никому больше фласки не нужны. Фласки пропиваем. Чек на готовность. А танки у нас фласки уже не пьют, нет? Алиса, Стрэндж. Рыба будет, ребят? Рыба стоит. МП5 по пристам. Ну так нету обменки, дайте звезде, ребят. Я для чего этот говорю? Обмен звезде, даю фласки. Нету агра, пейте фласки на ДД, ёб его идти. Бери фласку и пей. Алиса, это так же тебя касается. Подходи в этот, давай обмен, дам фласку на ДД. Я выпью. Еще раз чек на готовность. Не должно не выскакивать вообще у мастера, у, на ком-то нету еды, нету фласок. Все готовы? Отсчет на пол. Бой с альбом. Да.
тут води. Зеленым играем. Какого хрена вы, блядь, под боссом, блядь, ебать? Карочка, Бэйр Транквилити. Замедлишь после переходки. Сейчас не плюнь. Красному играем. Молодец, Стрэнджна. Войт, со следующего раз давай ГП. Для кого непонятно, еще раз объясняю. Вы встаете, все встают, соответственно, кроме милишников, то есть это ДД и хилы, вы встаете в кресте. Первый зеленый появляется. Милишники встают так, чтобы у вас первая откидка, если идет она в мили, откинула в РДД. Вас должно пачкой откинуть в РДД. Вторая такая же хуйня. Должны также прыгнуть с РДДшниками к столу. Надеюсь, понятно. Ну что, блядь, одни там, одни сям. Давайте, блядь, тут еще умирать. Инхашек в этот, в хила спекнись. Стре... Вот этот ДК Глеб. Блот. Прот. Ты тут? Стрэндж здесь. Струнги. Ты тут? Стрэндж. Струнги. Странг. Ты откуда вообще? С какого сервера? Ты с Сируса? Или с Циркуля? Или с какого-то еще? Ты в какой гильдии был? Что такое? Лов? Легион оф Фир, что ли? А чё ты... Красный был замедлен. По какой причине ты его поймал? Ты нас вайпнул специально? Ну, чтобы я такого больше не видел. Так можно спросить, если ты что-то забыл. Я за тобой наблюдаю. Ты, наверное, в Обаме сидел и видел, что от красного люди убегают. Блять, ему среза нету. Не пиши никаких отговорок лучше. Стухлого остался у кого-то ДПС? Стухлого? Есть. Скриншот мне в личку кинь. Здесь. А че не Сурка? Сурка у меня сейчас есть. Кинем. Опа. А че у нас перекур? Нет. Не.
Алиса. Скинул. Угу. Баф отдаем. Чек на готовность. Лиса мертва. Дека Стрэндж, тебе задача следить за горном, не забывать. Походу у нас тут горн, блять, пропадает. Алиса что-то писала, что ты тут? Нет. Ну что, будем по одному отходить, что ли? Кто-то с Дискорда вопрос. Давайте посмотрим. Нет, она здесь. Зеленый выбирает цель. К нему идет зеленый луч. К той цели надо сбежаться, чтобы поделить урон. Да, от красного надо бегать. Соответственно, бегаешь по вот такой траектории. Если от милишника, то бегаешь через РДД. То есть вот так вот. Ты милишник, ты должен будешь вот так каску вот падка. Соответственно, когда тебя выбрало, да, ты стоишь под боссом, бьешь босса. Добегает, слизит он где-то примерно до сюда. Ты начинаешь уже ход. То есть вот так вот. И пошел. Кулак ХДК. Надал я. Так что меня хромало? Чего у меня нет? Мастер. Войт. Чё? Чё, чат читаем? У кого? А чё, я выпью время боя, ёпта. Чё ты паришься? Ну, это скажешь, как пожаришь. Отчет на пол. Отличные новости, народ. Они совершенствуют старшую пыль, которая уничтожит весь Азерот. Это как, блядь? Лужа. Вы, блядь, что, издеваетесь? Бузер, Лео, ёбана в рот, блядь. Вы не видите луж? Встать могут? Встаем. Оба. По зеленому. Бафы по ним даем. Да ты не следишь, да, за этой? Как его, блядь, за обстановкой в рейде? Чё за хуйня? Что? Это еще... Второй раз будешь плевать. У него не хватает рейда. Уже хватает. Жада побежал! Готовимся, колбы сейчас будут. Колбы не ловим. Пельмень. Зеленому
Дмей. Пожалуйста, хуй он в центре стоял. Не знаю. Бейра есть, господин, Бейра отпила быстрее. Где он? Пельмень. Где он? Ворот. В первой группе. Пельмень. По зеленому. Мосса Бейрен килла. Что, блядь, за хуйня? По красному. Мосс БР есть? Угу, вижу. Мага бафнули. Жрада БР, карочка. Пробафали друиды. По зеленому пельмень. По красному. Пельмень. По БМ, чё у нас? Не гоните, Адон. Мосса Джурада нет. На КД. Господина нет. У карочки нет КД. Угу. По зелёному. Карочка Бэйр господина, господин Анкила. Пельмень. Ты заюзал? Давно уже. По красному. По зеленому.
Пельмень. Переходка. Зеленого быстро доливаем. Отлично, Геру дали. Милишники, бьете в рожу. Четыре стака. Пельмень. Стрэнджа прохил. Вы чё, издеваетесь, блядь? Заебись. Ложимся. Ну, 4 хила они не справляются. 5 хилов. А, даже так. Придется всех за мейнов загонять. Я, конечно, извиняюсь, но можно мне сейчас исправить? Исправляй. У тебя маска будет на 10 минут, да? Угу. Исправляй. Если это тебе поможет, исправляй. Она нихуя не поможет. Это что-то другое. Я, загоните просто. Нет, я заметила одну вещь, то что рунической стойкости на мне вообще нету. И хуйня от печати стакается через раза 4. Мне кажется, что-то не то у меня с руническим ударом. Кто еще там косячит? Ну, ты смотри, по этим... Анкил. Анкил умер, блядь, в центре, нахуй. От слизнина. То он распрягнул. Которому, блядь, никто не мог сбежать. Смотри по урону. По пельменям. Ну, третий раз пельмень он словил. Это мы падали уже или он словил? Не знаю. Кто? Анкил, ты тут? Да. Я резнулся, побежал к рейду и прям в пельмень забежал. А мне линкую, что только... Карочка попала под вязкую гадость. Чё за хуйня? Не пельмени мы убила. А, не. Карочка, элемент промис, тогда и баттер, лилушек. Ты линканул его? Да сколько там от линканулся. Одного? Вроде 12, да? 12-15к, да, урон от пельмени одного? Да, да там 20к. Я не про бафы набил. Еще раз линканул. Ну, понятное дело. Ну, один я раз словил, когда на мне слизень был. Я поэтому и ешевая прожал, блин. Ну, это-то я видел. Это хуйня. Да, понятное дело. Справил? Угу. Ну, 10 минут перекура, да? Ну, нет, не 10, там где-то примерно 8. Так. У нас что-то слизень красный, вообще пиздец долго умирает. Ну. Ты тоже пельмень ловил, что ли? Кто, я? Написано, да. Я словил один, потому что на мне был зеленый, и я прожал шрам. Да, мастер ловил только когда, ну... Зеленый его фиганул, и в рейд летело эти слизни. Ой, пельмень. Тогда он словил. Один это нормально. Бываешь, прослакаешь, это хуйня. Когда, блядь, ловишь уже 2-3, это уже не нормально. Не, я бы тоже поменял. Людей с 12 места начинаю. Транквилити за ханта. А можно тогда ДПС?
ДПС фул не дам, только 8 человек. Могу 9 дать, если общий уберу. Обсказать с 9-го. Сказать тоже мутки дают. А сказать да, дискорд. Да. Че, он каждой цифры просчитывать или что? Короче, после 11 места 7-100 на 11 месте. На 11 месте 9-ка, на 12-м 5-500, на Tranquility 5-496, элемент Pro 6-582, но он вздыхал сколько раз. Хожу налево 4-520. Че у нас хожу налево? Тайна маг 9к ДПС на 11 месте. Пряжки нет. Да он слабоват, мне кажется, для обычки только. Ну, блядь, что? Ни чарок, ни сокетов. Ну, я, конечно, все понимаю, ребят, но вы в гирейде. Вы о ком? Хожу налево, ГП тоже. Это просто, блядь. По не, он, мере, у него похули пал в мейнспек, я так понял. Ну так не ходит в обычку. А нет, пал у него мейнспек. Ваня просится в рейд. Надо менять. Че, ты будешь менять кого-то или мне менять? Меняй. Так, господин Tranquility Долоран. Суджиро тут? Tranquility на Пусси зайди. Джованни, заходи. Ты в Дисе? Пусич, давай на Ханта. Не, Пусич, что на Ханта и Суджиро сюда. Суджиро вверху, и сейчас прийдет. Элемент тоже. Жу налево тоже вдал. Суджиро, заходи. Лиморти чё он даёт ДПС? Нормально? Шапы смотри. Лу заходи. Лиморти, а он не в рейд. Лиморти, заходи в рейд. На замене. А чё, ты без совы? А, не, есть элем, нормально. Тут ты зря элементы поменял, ты элементы лучше возьми обратно, бузера поменяй. Бузера это как хил. НХ, ты больше бузера ДПС давал в Элеме? А, посмотрим. Тухлый не остался. НХ давал 6800, бузер давал 8400, элемент Pro давал 9200 на гниле. Угу. Не, на тухлом. На гниле у нас бузер 9500, НХ 10, элемент Pro 10. Лу, ты зайдешь? Он в Дисе? Не знаю. Лимарти говорит, что зайдет на мейна, либо поменяю его ханта, он ДПСа не даст. На мейна заходи. Кто у тебя мейн? Лексус. Че это такое? Лу нету. Это, короче, фурик, значит, который сорвет агро. Нижнегородец тут. Давай Джованни. А, Джованни тут надо. Нижнегородец у нас Эрдру, если мне не ошибаюсь память. А у него есть и сова вроде или там. А, Фирал. У тебя кот? Кот, заходи в рейд. В коте сколько? 8к даешь? На сурке. Хорошо, идешь в рейд. Пусть магнит, дай пойдем. Так, где он? Сошел в игру. Сейчас там. Сейчас еще один зайдет. Где он там? Все. Лексус, присани меня. Да некого уже менять. Бузеры что ли? Ну, Саджира тут зайдет, нет? Но я его перекинул сверху, матом сокашу. Да, дай мне ассист.
Вообще, ты уже давно здесь. Ну, да, я вижу. Чё ты хочешь? На замену взять его? Lexus мне плюсуй. Lexus? Ну что, он другой гильдии, что ли? Он, ну, он варом, да? Я ему не варом, он уже заметки тут не прописал. А не, он варом уже тут, ебать. Так, самоним, шкафчик поставь. Кость. Чего вы так все поливались с иллюжинов, нахуй?